Будь аккуратен, Грегори! Чего? Эй, ты чего? Ты чего? Открой! Ну что, поиграем? No! Why would you do that? Lights on! Lights on! I warned you! I warned you! Ну что, поиграем? Не поняла. Вечно ты так делаешь! И я хочу играть! Не ной, разберемся с этим игроком и поиграем. Ты всегда меня обманываешь. Надоело. Раз надоело, то уходи. А вот возьму и уйду. Например, вот к этому новому игроку. Я надеюсь, ты уроки делаешь, а не играешь. Эй, ну что, я у тебя поживу? Чего? Как такое возможно? Ну все, сейчас дверь выбью! И что ты мне дверь не открывала? Что, папа, я просто увлеклась этим чудесным произведением. Прям-таки домашку делала. И не играла, да? То есть сейчас я себе поищу приставку, я не найду, да? Не верю. Тут что-то не то. Эй, открой! Ничего не видно! Ты еще здесь, а ну провалю к своему новому другу. Что ты сказала? Я хотел сказать то, что если ты не провалишь, ну то есть иди давай, мне надо уроки делать, очень много уроков. Ладно, не мешаю, молодец. Но, если я узнаю, что ты играешь, тебя будет ждать дремень. И чемодан свой забери! Опа! Пока! У меня теперь есть лучший друг! Нет! Нельзя! Нельзя ему у меня оставаться! Забери его! Не-не-не! Как его включить? Никак! Только с той стороны можно открыть вход! А у тебя прикольно! Я буду спать у окошка! Ой, я такой голодный. Так, надо просто перезагрузить телевизор. Включить. Где же этот пульт? Ты мне будешь помогать? Эй, что? Я еще не посмотрел. Ой, извини. Теперь понял. Ты хорош, мой чипсы лопать! Тебе что надо? Так хотел с сестрой время провести. Что, перегрелась что ли? Отвали от меня! Фух, принесло. Так, главное запомнить. Первое правило — это нельзя подходить к моей старшей сестре. Ты где? Куда все чипсы делись? Thank you.
Хо-хо-хо! Моя комната будет здесь. Не-не-не-не-не, не может быть! Вот она обрадуется, когда проснется! Нет-нет, так нельзя! Отдай сюда! Не будь такой занудой, это красиво! А ну дай сюда, быстро! Не поняла. А там тогда кто? А, стой! Отпусти! Меня, пожалуйста, только папе не говори! Тут же был кто-то! А о чем ты просила папе не говорить? Наверное, о том, что у тебя кукуха. Чего? Так, нет, ты от меня что-то скрываешь. Опять что-то натворила? Ну ничего, я узнаю, правда, я узнаю. Ничего, я узнаю правду, тебе конец! Тебе срочно нужно отправить домой. Я же говорил, только Луна откроет проход. Ух ты, это что такое? Это YouTube. Как круто! Ты никогда не видел? Нет. А давай-ка посмотрим с попкормом. С чем, с чем? Ты не знаешь, что такое попкорн? Пошли, покажу. Ну вот, закончился. А из чего делается попкорн? Ну вот, из такой кукурузы. Вау. А это что такое? Нагрева кукурузы лопнула, стала попкорном. На еще! Прячься, прячься! О, что делаешь, мелкая? Ничего. Ты что, попкорн? Эй, мой! Обойдешься. Был твой, стал мой. Вечно она такая! Ну ничего, сейчас я ее проучу! Не надо, она же тебя убьет! Не заходи туда! Сейчас будет контент не для твоих глаз! Она ненормальная, бежим! Тише, эта дурочка нас не нашла. Побежали! Ну все, кажется, отрыва. Yes. А!
Вернулся, да? Это, короче, давай домой, я скучаю. И что, не можешь без меня, да? Все, я сказал, давай уже. Ну ладно. Не скучай, еще увидимся, друг. Увидимся, друг. Пока! Значит, уроки ты не сделал, да?